снизу разгонено. Ну, вот такое панно, одно ваза огромное. И мебель маленькая, маленькая мебель, да. Это раздышка. Сделал в этом направлении, поэтому с удовольствием приду посмотреть замечательную картину. Надеюсь, она произведет у меня впечатление. Впечатление высказать самое главное. Как он сказал, она отличается кардинально от его прошлых работ. Как вы думаете, почему вообще? Почему он сказал? Знаете, я смотрел одну из самых серьезных, наверное, и больших работ, картину «Языки», которая на меня произвела серьезное впечатление. Поэтому я считаю его большим мастером, а дальше... Я думаю, он поддержит этот великий имидж. А вы хотели бы сняться у него? Пригласить снимемся, мы же такие. Большое спасибо, что вы пришли. Значит, я представлю ту небольшую часть группы, которая здесь есть. Просто, значит, оператор Сергей Юдаев. Исполнитель одной из главных ролей Виктор Васильев. Художник-постановщик Юрий Зеленов. Цветокоррекция, спецэффекты Алексей Дону. Вообще у нас группа очень большая. И это, ну, в титрах вы все прочитаете. Это сценарий Олега Данилова, который самостоятельно работает. И дальше вы увидите много новых артистов, потому что это все дети. Главные роли играют дети. Мы очень волнуемся, потому что фильм для нас был очень важный. И для меня, и для всей группы, и для Олега, он очень важен. Вот. И после фильма мы сегодня делаем такую необычную вещь, мы делаем премьеру и обсуждение фильма. Значит, который будет вести Дмитрий Быков, он подъедет. Он картину видел, поэтому он подъедет к концу. И мы будем, значит, проведем это обсуждение, так что после фильма мы вас просим
остаться и высказать свое мнение об этой картине. Я думаю, что у нас будет повод и будет о чем поговорить. Я в этом уверен. Спасибо, давайте посмотрим картину.